Всем привет, с вами Родригес, мы продолжаем выживать дальше. Так, я забежал вот, значит, переночевать в данное так помещение. Как отсюда выйти-то? А, вот здесь. Так, сюда. Собственно, раннее утро, прекрасная погодка. Ну что ж, а зомби как были, так и есть. Давайте посмотрим, куда мы отправимся. Я предлагаю взять задание вот здесь. Так, что-то тут у нас есть какое-то заданице. Можно туда сгонять. Можно туда сгонять, посмотреть. Так. Какая-то пропаганда где-то идет, что-то слышно. Там значок какой-то, щит, защитить кого-то нужно. Мы, наверное, после того, как заберемся вот сюда, куда мы хотели. Как туда залезть-то? Кругом скалы. Кругом скалы. Ой, бух ты мой, а. Тут эта тварь нехорошая. Так, перепрыгнем ее. Пока с ними бодаться нам незачем. Давайте сюда, по-моему, наверх как-то нужно. Ага, так. Ну вот мы здесь. А вот Алексей. I need your help finding my son Kristoff. You work for Rise, don't you? Sure, for protection. But I can't go to him for a thing like this. My son is... he's young. He thinks with his mouth instead of his head. He doesn't understand that sometimes you've got to go along with people who aren't so good. Now he's run off to join Preken's bunch at the tower. He thinks he's going to be a runner. It's not the safest line of work. He's going to get himself killed. He's not ready. He's too young to be out there. Shouldn't you be looking for him yourself? You don't understand. I make weapons for Rise. If the new ones aren't ready when his people come, me and Kristoff are both dead. Please, do this for me. I'll give you something good. Something special. Okay? Yeah, maybe I'll ask around at the tower. If I find something, I'll let you know. But if you ask me, your protection seems to have you pretty scared. You should really think about it. Так, понятно. Хорошо, разыщем. Посмотрим, что мы можем для Алексея сделать. Взяли задание. Так, у нас очередной блудный сын. Алексей и Кристоф живут рядом с антенной мачтой. Ага, понятно. Вернуть сына. В общем, в двух словах. Нужно помочь ему вернуть сына. Так, нам нужно спуститься как-то вот. Сюда спрыгнуть надо. Хорошо, как-то вот так. Ой-ой, тихо-тихо. Так, вот я, кажется, знаю, что вот на эти можно... можно спрыгнуть. Ну, давайте. Опа! Да. Отлично. Отличный прыжок. Прекрасно. Так, пойдемте, значит, прогуляемся. Вот защитить у нас есть точка. Мы такое задание еще не выполняли. Нужно там кого-то защитить, наверное. Давайте попробуем защитить. Так, это сюда. У меня не наделаны коктейли Молотова, поэтому мы будем, я не знаю, может стоит немножко, может быть, сделать немножечко коктейльчиков. Что тут еще у нас есть интересное? Ну, коктейльчики. Коктейль Молотова — это вообще вещь хорошая. Давайте еще немножко. Ну, еще чуть-чуть. Еще чуть-чуть, и все. Так, 21 штучка. Неплохо. Я думаю, на бой хватит. Что-то здесь интересно будет. Так, в общем, здесь разруха, как всегда. Давайте вот сюда, наверное, да. Освобождаем парнягу. Так. И... Makes me laugh. Screw 'em, right? Bunch of foreigners. Can't stand 'em.
It looks like the Harani's had enough of you too. Yeah, when this whole zombie thing came down, I was like, whoa, this sucks. So I figured, Rice seems like my kind of guy, so I was hanging with his mob, but then things went all pear-shaped. And they kicked you out in the streets with your hands tied. That's his version. Anyway, I thought I'd try the tower. Here's the deal. Get me to the ivory tower, and I'll hook you up with something that nobody in this whole shawarma-eating bunghole's got. Так, помогите выжившему. All right, ну давай. Let's get you out of here. Yes, Nick Pesto is back in the game. Excellent, you will not regret this. Now, before we go to the tower, there's a couple things I need to pick up. No, we don't have time. Then there's no time to argue, follow me. Следуй за мной, ты куда попёрта, а? Ты, видимо, не понял, где оказался. Так. И чё, нам надо вот этого здоровяка вместе валить? Тихо-тихо, родной. Так, он нам кидает, помогает. Ну-ка, тебя битой попробуем. Нифига его что-то шибануло. Кто его так, а? Багануло, что ли? Так, интересно, к чему это приведет. Парняга приехал повеселиться, видимо, а тут-то оказалось вот оно что. Полно зомбарей. Ух ты как! Так, еще вот это мы сейчас залепим, а? Красотка, ты-то откуда взялась? Вот. Жестко. Жестко было сейчас. Голова просто как масло. Как масло. Сломали ему позвоночник. Так, ты где вообще? Куда попер? Так. Надо его догнать еще. У нас тут плюются какие-то твари сзади. Братенька-то быстро бегает. Так. Вернуть перстень. I think they're either rubies or glass, I'm not sure which. Там ребятки, да? Веселятся. Ну, давайте попробуем. Давайте вас немножко... Вот так вот тебе. Красиво. Красота! Красота! Так, ну что, остались-то... Тут битва идет с зомбарями, не на жизнь, а на смерть. Ну что, побьемся? По-честному. Пропустил ты. Пропустил. Прям в висок. Отличный был удар. Очень хороший. Вымеренный. Так, что ты там нашел-то? Like, you probably noticed that I'm super good at it, because I used to study Hapkido, right? Which I thought it was gonna be like hopping. Turns out it's weapons. But the sensei made me quit, because he said... Так, еще этого обыщем. Ух ты, великолепную сюрикену нашли.
И чё за фигня? Да, действительно, начинает нам действовать на нервы. Давай, Рещи, что тебе надо? Так, времени нету, жалко ничего обыскать. Приходится постоянно бежать за ним. Сменим биту, возьмем электрическую биту. Одну из самых моих любимых. Ух ты, две марли по пути зацепим. Так, прекрасно. Ну и куда нас ты ведешь, бродяга? Хорошо, хорошо попали. Вот так вот, да. Да он все уже, что ты убьешь там? Он уже все, готов. Мисс Америка. Да, офигеть. Офигеть, у парня ценности. Так, я думаю, на пути вот еще будет у нас. Вот так тебе прямо с разгона, хорошо. Все. Возле входа, ты откуда тут у нас-то, а? Ну-ка, электричество его возьмет. Отлично, сломали биту. Так, хорошо, починили. Ну, в общем, довели его до места, куда он нас просил. Твой новый дом. Ух ты, чертеж, зажигалка. Так, отлично. Чё-то мало нам опыта дали. В общем, довели его, довели его до нашей башни. Давайте заглянем сюда. Так, заглянем сюда, к нашему кладовщику. О. Так, серп у него, марля, химикаты, аптечка. В общем, он хочет свои порядки установить здесь в башне. Я сомневаюсь, что это ему удастся. Так. You know a guy named Christoph? Is he around? Oh, Mr. Gung-ho? Yeah, I met him. Not sure where he is now. Probably volunteering for a suicide mission. Хорошо. Выполняется потихо наши задания. Так, что у него тут еще есть? Ну, опять берем у него все, что плохо. Не то, чтобы плохо лежит, но, в общем... Так, пластик, все, все нам пригодится. Что тут еще можно взять? А, отличная крикетная бита, 11 тысяч. Ну, цены здесь, конечно, бешеные. Я хочу еще прогуляться еще кое-куда. Так, мы пока сейчас кое-куда мы хотели зайти в прошлой серии, а хотели зайти, вернее, по-моему, где-то здесь находился у нас Джефф Лэнд или что-то типа того, короче, было. По-моему, здесь где-то было, я не помню. Или сюда надо бежать. Давайте туда пробежимся, потому что мы не обыскали Джеффа после того, как он взорвался. И все же мне кажется почему-то, что там что-то, ну, должно быть. Мы в тот раз погибли. Очень печально, когда мы залезли в горящий дом.
крыша там обвалилась, значит, забаговала там потихой. Вот, в общем, но теперь у нас есть время. Так, тут какая-то... Ай. Вот так вот, да. Все, добили, спасли мужику жизнь. Отлично. Так, что у нас, кстати, с навыками? Давайте посмотрим. У нас навыки должны сейчас... Ух ты, здорово. Здорово просто. Так, давайте сделаем эксперт паркура. Пассивный навык. Станьте экспертом паркура. Бегайте дольше, карабкайтесь и набирайте ловкость быстрее. Получите доступ к легендарным способностям. Берем. Какие у нас здесь легендарные способности? Ваше тело становится крепче, вы восстанавливаете здоровье на более высоком уровне. Ух ты. Так, позволяет бегать по стенам и другим плоским поверхностям даже после прыжка. Так, хорошо, я прям вот, мне оба нравятся, я выберу пока здоровье, потому что здоровье сейчас очень-очень важно. Так, здесь что? Здесь у нас подкрадывается к врагам сзади, бесшумно убивайте их, чтобы использовать. Нажмите F, стоя позади врага. Заманчиво. Заманчиво. Давайте выберем. Отлично. Так, ну а выживаемость мы еще подождем немножко, потому что там... Так, значит, нам... Ладно, не забыть, что у нас еще появились новые навыки. Здоровьишко наше должно улучшиться. Так, где-то здесь должен быть... Я, если не ошибаюсь, мы движемся в сторону, где был Джеффленд. Отличная бита. Так, что-то интересного. У нас, по идее, всего полно. Так, берем аптечку. Ну, вообще, аптечек у нас тоже очень много. Не знаю, по привычке набираем все. Чтобы было, как говорится, много не мало. Куда-то сюда надо двигаться. Я не знаю, может, сюда. Так, куда там... Точно не помню, ребят. Где-то в этом направлении был наш дом, который взорвался, взлетел в воздух. Так как вот Джеффленд устроил себе маленький апокалипсис. Так. Куда? Куда идти? Сюда, что ли? Сюда, может быть. Так, давайте поищем. А может... А, вот она, вон написано. Все, я вспоминаю сейчас. А, вот она. Will be shoot. Ох ты, промахнулись, а мы. Ну ладно. Ничего. Давайте сюда забежим, посмотрим. Может, что-то здесь ценное есть, я не знаю. Что-то есть. Что-то показывает, что есть. Так, как с другой стороны обойдем. Двери там какие-то. Так. А это... Оба. Что-то он упал. А это кто у нас? Это и есть сам Джефф, что ли? В общем, ничего пока ценного я не вижу. Ничего ценного. Все завалило, может быть, ценное. Может, это открывается? Нет, дверь тоже не открывается. Вообще там, может быть, и выходить-то некуда. Может, куда-то сюда. В общем, я так надеялся, что у Джеффа что-нибудь есть очень полезное, но нет. Нету. Мне казалось, тут какой-нибудь, может, ствол найдем интересный, но нет. Джефф. Ладно. Куда мы теперь отправимся? Давайте сюда ночью. Так, заложите бомбу. Какие еще у нас есть задания? Давайте посмотрим. Блудный сын. Так, это задание у нас где? Ага, это у нас там. Поищите Кристова. Так. Ядовитые травы. Полночный поджигатель. Угу. Территория большого взрыва. Ночью заложите. Так, это все ночью. Ночью все. Хорошо.
Давайте отправимся, значит, в нашу башню. Там поглядим, чем мы можем, чем может быть полезным. Здесь-то уже рядышком. Жалко, что мы у Джеффа ничего не нашли. Очень-очень жаль. Вот. Так, ну ничего. Сейчас бежим тогда к нашему... к нашей башенке любимой. Расспросим всех, пообщаемся. Так. Вот этот крепкий парняга был. Был крепкий парняга. Что-то как-то на улице достаточно тихо стало. Вам так не кажется? Обычно больше было зомби. Странно, здесь вот нету. Вообще, здесь всегда было полно зомби. В чем дело? Вы что, всех перебили уже, что ли? Всех перебили? Честно, не могу понять, в чем дело. Нет на улицах зомби. Это удивительно вообще. Удивительно. Всегда было полно, а сейчас нету. Так. Давайте пообщаемся с населением. Так, Денис. You wouldn't have to know where Christoph is, would you? Christoph? You mean the new scout? I was supervising all the scouts. Why don't you ask him? He's on the 19th floor. На 19 этаже. Денис знает, что он на 19 этаже. Так, у колдовщика ничего интересного. Так, здесь что? Кто еще что знает? Давайте, рассказывайте нам. Так, о. Так, что это? Ага. Так, это задание, ну я понял. Ладно, не будем отвлекаться. Так, что еще можно узнать про Кристофа? Кроме как... Ну, нам остается только подняться. Все, остальные ничего не знают. Денис нам дал полный ясный ответ. Пойдемте дальше, посмотрим, что там на 19 этаже. Алексей и Кристоф живут рядом с антенной мачтой. Они делают ножи для Раиса и его банды. Однако Кристоф больше не хочет работать на Раиса. Он сбежал, чтобы присоединиться к группе Брекена. Алексей знает, как опасен Раис, но считает, что с ним лучше не ссориться, так как это лучший способ выжить. Теперь он хочет, чтобы я помог ему вернуть сына. Святое дело помочь вернуть сына отцу. Постараемся, постараемся. Так. Нам сюда. Нам сюда. Nothing more you can do. Yeah, well, Rice can throw a lot more bodies at them than we can. No, negative. Cut your losses and get out of there. Copy. Out. Hey, Crane. Back from the field, huh? No, not for long. You know about a scout named Christoph? The new kid, huh? Yeah, he went on a recon mission, but I haven't heard from him in a while. Raheem checked him out and said he was solid, but I'm not so sure. One reckless kid certifying another. That's what Brecken said. Of course, it could be just his radio. Some of the batteries are running down, so we're not getting much range out of them. Where was he headed? Out toward that newly constructed skyscraper. All right, I better go have a look. Hmm. Watch yourself out there, all right? Ты там осторожнее, ну конечно. Так, вот моя комнатка. Ну что-то у нас изменилось в моей комнатке, ничего особенного. Так, я думаю, может быть, что-нибудь отложим. Да я не знаю, вроде бы все надо. Ну ладно, пока. О, вот военный метательный нож. Урон 137. Круто, круто. 10 штук. Нормально. Так, потом. Жалко, на гитаре нельзя поиграть. Гитара стоит, простаивает. А так бы. Я думаю. В следующих сериях Dying Light, а может быть там Dying Light 2, можно будет немножко поиграть на гитаре. Было бы круто. Я поговорил с Эйо,
и выяснил, что Кристоф присоединился к нашей команде разведчиков. Он сейчас на задание отправился к новому небоскребу. Может быть, я найду его по дороге туда. Итак, мы побежали к небоскребу. Так, время у нас нормально. Пока все хорошо. Так, небоскребчик у нас вот здесь находится. Ну, пойдемте, пробежимся. Так, вроде зомби появились. Когда я пробегал вот буквально недавно, у всех был выходной, наверное, или что. Никого не было. Вот сейчас мне напоминает эту игру Assassin's Creed очень сильно. Вот здесь очень сильно просто напоминает. Так, I read you, Kristoff. This is Crane. Where are you? I found some survivors. They're in pretty bad shape. We're just outside the hostel. Так, вот сюда. Tight. I'm on my way. Рядом с гостиницей какой-то он там. Заброшенный. Я бегу уже, бегу. Я уже скоро. Так, так, так. Залазим по голым скалам. Я вижу, тут большая активность, народу много. Все жаждут крови, все жаждут хлеба и зрелищ, как говорится, в Древнем Риме. Но пока нам некогда. Пока нам некогда, мы обязательно устроим и хлеба, и зрелищ. Вот. Хорошо. Так, там плевун нам плюет след. Перепрыгиваем. Некогда нам связываться с ними. Мы идем к гостинице выручать одного мальчишку или парнишку. Так. Okay, Kristoff, I can see you. I'm gonna get you out of there, but the first thing I need you to do is stop cranking that engine. You're just drawing them in. Right. Yeah, I wasn't thinking. Now stay put and sit tight. I'm gonna secure the area. Do you need help? Negative, Kristoff. Stay with the wounded. That's an order. Так, обеспечиваем безопасность. Обеспечить безопасность нам надо. Так, где тут этот плевун? Самый мерзкий из всех. Из всех, что здесь есть. Монстров. Этот самый мерзкий. И противный. Ну что, придется биться с вами, ребятки. Вот так вот тебя. В прыжке. Так, пропустил кто-то удар у нас. Ах ты гад, а! Да что ж ты. Замах был слишком долгий, поэтому... Чё он там? Вот так вот, да. Наверняка уже, чтобы... Хорошо. Так, тут еще у вас живой. Где тут кто? Ну, надо нам громилу все равно завалить, потому что без него... Зараза, что-то не отскочил почему-то у меня. Да что ты будешь делать? Замах длинный. Слишком долго происходит. Я пытаюсь... Замахнуться-то как с двух рук. Удар очень сильный, вот как вы можете заметить. Просто бешеный вообще, зверский. Так, давайте отдышимся немножко. Вот, хорошо. На рожон не будем лезть. Хорошие, мощные удары с двух рук. Так, он сейчас бахнет.
Вот, хорошо. Так, с одной стороны, это хорошо, а с другой стороны, это очень-очень плохо, так как сейчас прибегут очень нехорошие ребятки, которых мы будем валить. Где вы? Я жду вас. Ну, давай уж залазь, ты ж к нам. Карабкается не может. Все не может никак. А, вот он ты. Решил оббежать автобус с той стороны. Ну давай. Короче, ты слишком долго все делаешь. Ну давай побьемся уже теперь и с тобой. Раз ты у нас один остался. Хлесталово жесткое. Все. Есть. Так, кто тут еще у нас уцелел? Да что-то опять по баллону попали. Ну, хорошо, ладно. Будет эффектней. Будет еще эффектней. Сейчас прибегут к нам еще одни активные ребятки. Опа! Так, хорошо. Отлично. Так, так, так. Череп разлетелся просто. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Остался еще один. Закрываем двери. Кто-то еще там пытается зайти, но все, ребят. У нас на сегодня закончена вечеринка. Была очень жаркая, тяжелая арматурина, ух ты, какая интересная штука, тяжелая арматурина. Так, ну пойдем туда прогуляемся, здесь же нам что-то нужно, значит, найти кого-то, так. Открываем. Ставим под напряжение. All right, I've secured a safe zone. Отлично. Встретиться в зоне с Кристофом, в безопасной зоне. Че, открываем автобус, ты здесь отсиделся? Pretty much. Hey, but you kept your head on and you saved those people's lives. It's not bad for your first time out. Thanks, Crane. Да ты герой. But if you hadn't shown up, we'd all be dead. How do you think your dad would feel about that? My dad? Oh, no, did he send you? Look, I'm not going to go back. I can't. I'm not working for Rice and his butcher squad. Look, I'm not asking you to go back. Well, that's what my dad wants, isn't it? He wants you to be safe. Yeah, working for Rice. How safe is that? It isn't. Sooner or later, they're gonna kill him. But if I can get your dad to stop working for Rice, will you hang up your running shoes? You're asking a lot. Yeah, you could make weapons for Brecken. God knows they need them, and you'd be saving your dad's life. Okay. Get him to join me here, and I'll quit being a runner. Да, в общем, семейная тут драма. Ух ты, да тут еще народ. Вы что тут все заныкались-то, а? В общем, прячутся в автобусе ребята. А, да, тут, конечно, ужасы такие происходят, что не дай боже такое случится. Такое увидеть в реальном мире. Да, в общем, мы справились. В общем, все хорошо. Спасли сына.
Здесь у нас, кстати, еще одна безопасная, вроде как, зона появилась, наверное, да? Так, давайте откроем, посмотрим, что тут глянем, что тут есть-то. Так, тайник игрока. Ну, все хорошо, это наша, вот наш компьютер, ух ты. Супер, супер, два монитора. Ну, все, что нужно для того, чтобы вести канал на Ютубе. Так. А чё, прикольно было бы. Так, здесь глянем. Тут что интересно. В шкафчике. Марля. Еще что. Мне все время кажется, когда я шкаф открываю, что там кто-то сидит. Тут постоянно такое чувство. Что думаю, там... Ну, кто-то... Когда мы спасали людей, люди сидели в шкафах. И вот как-то вот... У меня теперь ассоциация такая, что в Dying Light, когда открываешь шкаф, что там кто-то есть. Но нет, в этих шкафах было пусто. Так, вот эта дверь под замком. Здесь, видно, видимо, что-то будет ценное. Посмотрим, ну что ж такого будет ценного. Так, достаточно непростой замочек. Но мы с ним справляемся. Так, глянем. Две кровати, что тут? Шкаф опять. Металлические детали, алкоголь. В шкафу хранится. Так, а здесь что? Чертеж, нож, вонючка. Нож, вонючка. Нифига себе. Что за нож такой? Так, это все? Нет, еще что-то есть. Вот эту комнату двери выломали. Зомби, но не забрали электроника. Так. Ну все, надеюсь. По-моему, наверху больше нечего. Искать там наверху ничего нету. Да, мотель. В общем, мы в гостинице, дорогие друзья. Но будем прощаться на этом. Мы будем серию завершать. Увидимся в следующей серии. С вами был Родригес. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Заходите в группу ВКонтакте. Я вам желаю успеха, удачи, хорошего настроения. До новых встреч, друзья. Ну, всем пока-пока.